В этом году мы увеличили состав пиротехнических команд, увеличили состав участников. Также у нас увеличилось жюри, добавились еще люди. В этом году мы сделали больше парковочных мест, стоянок как платные, так и бесплатные. Также увеличили количество автобусов. В том году у нас было 4 автобуса, в этом году их будет 10, которые будут отправляться с автовокзала. В этом году, помимо выступлений пиротехнических команд и концертной программы, на территории мероприятия будет несколько мастер-классов. Также пройдут спортивные соревнования. И закончим мероприятие гранд-фейерверком. Попробуем сделать красивый большой фейерверк, который на Смоленском звездопаде еще не был. База отдыха «Ермак», 407 километр Минского шоссе. Билеты в салонах «Евросеть». Подробнее на сайте smalldefizzvezdopad.ru. Генеральный информационный партнер ТНТ «Феникс».